Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас с тобой 28 день, и я забираю 2 янтаря. Отлично. Что у нас еще здесь произошло? Ну-ка посмотрим, что у нас Беззубик принес. Ух ты. Ну, такое яйцо мы с тобой уже видели, даже выводили его. Оу, 2 топорика. Слушай, это классно. Кстати, сегодня я хочу все-таки, друзья мои, получить. Так, подожди-ка, что мне нужно? Расширить инкубатор? Нет, зачем? Мы будем с тобой выводить. Так, подожди, я могу это открыть, что ли? Точно. И кто у нас тут? Кипятильник обычный. В плане, у меня нет в наличии кипятильника? Да быть такого не может. Кипятильник у меня был. Что-то они тут, по-моему, привирают. Ладно, пускай она здесь находится. Что у нас еще, ребят? Ну, конечно же, откроем с тобой колоду. Сегодня будем открывать зеленую смерть. Да. Я уже плюнул, как говорится, на поиски ресурсов. И я решил все-таки сделать это с помощью рун. В последний раз, когда я... Ох ты! Скользкопев? Это еще что такое? Редкие, друзья мои. Ничего себе, вот это мне фартануло. Наверное. Я не знаю, насколько он редкий. Ну это круто. Такого дракона у меня не было, и всегда приятно, ребят, получить кого-то еще. А, бесплатная неделя. Нет, спасибо большое. Я как-нибудь перебьюсь. Давай-ка мы его немножко покормим, чтобы он хоть вырос чуть-чуть. Вот как он выглядит. Превосходно. И пускай немножечко обучится. Так, ну а мы с тобой, наверное, еще посмотрим, да? Один пак, но здесь уже у нас будут только ресурсы. Так, монеты Одина. Ну и сам, соответственно, пак. Руны, древесина, руны, рыба и шестеренка. Все прекрасно. Так, в последний раз, когда я смотрел, чтобы открыть зеленую смерть, мне надо было 2000 рун. А сколько, интересно, сейчас? Вау. Хм, на 800 рун стало меньше. Это благодаря тому, что, друзья мои, я нашел 2 топора. Ну что, открываем. Давай будем завершать с тобой. Ух ты, тут даже еще и заставка будет. Вот он, друзья мои. Зеленая смерть. Офигеть, а что он будет давать? Нифига, у него, ребята, 6 глаз? Я даже этого и не знал. Так, затемненная зелень. Помилуй нас, Один. Рябинок кричит. Так, ну что, мы с тобой призвали. И вот в награду мы получаем непонятный нам ресурс. Забираем. А, это красная смерть. Успокойся, Сморкала. Это точно не красная смерть. Потому что она не пытается нас убить. Должно быть, это зеленая смерть. Ага, я так и знал. Просто хотел убедиться, что вы тоже в курсе. Поздравляем, разблокирован новый легендарный дракон. Друзья мои, он выглядит просто шикарно. Ты посмотри на него. Ё-моё, какой он здоровый и живет в жерле вулкана. Вот это да, новости. А что он делает? Так, легендарная зеленая смерть. Видеозаставка, это понятно. Ускорение 200 рун. То есть, обучать его можно будет? Ну давай предположим, да? 200 рун. Минус 20%. Так, снизьте стоимость обучения в академии. Ах, вот оно что. Вот оно что, друзья мои. Он снижает обучение моих драконов, видимо, да? В академке. Я ведь правильно понимаю? Так, смотри, что у него тут? Я нажал на поиск, и он будет 8 часов что-то искать. Смотри-ка, ух ты, друзья мои. Офигеть, ему по барабану на эту лаву, понимаешь? Он просто в ней как дома. Уф, может, никто не заметит огромного извержения вулкана и жуткого гигантского дракона. Ребята, вы видели этот взрыв? Вождь куда-то подевался, а остров разваливается на куски. Замечательно. Может, больше никто не заметит? Огромный взрыв и гигантский дракон. Посмотрим, что он умеет. Так, отправьте зеленую смерть на поиски 4 раза и посмотри, что мы с тобой получим. Какой-то, видимо, амулет и... Тоже амулет. Точнее, я бы сказал, что это какая-то монета. А вот это вот, ребят, точно какой-то амулет.
Мы обязательно его отправим. Но пока я его отправил на поиски, он будет 8 часов что-то нам искать. Так, давай-ка мы с тобой найдем снеговика. Где он тут находится? Я не вижу. А, вот он. Слушай, а что эта камера-то слишком высоко поднялась? Слишком высоко, я ее приблизить не могу. Ладно, мы пока с тобой отправим наших драконов в путешествие. Так, мы с тобой здесь 8 рун. Давай-ка мы отправим его на древесину, и я думаю, что бесплатно. Так, пускай летит. Ну, а ты что, сморкала? Угу, янтарь, значит, да, захотел? Ну что, давай сделаем тогда проверку ему. И тоже бесплатно. Угу. Барс и вепрь. Подожди-ка, я не понял. А вот это что такое? Смотри, 21 тысячу древесины требует для того, чтобы обучить. Хм, я не пойму чуть-чуть. Ладно, предположим, он полетел обучаться. А, у нас же дракон снижает стоимость обучения. Вот оно что. Точно, как же я мог это забыть? Слушай, ну тут... Ах, руны. К сожалению, руны. Ладно, хотел пак. Что ж, пускай занимается строительством. Опять же бесплатно. Что-то как-то слишком высоко камера поднялась. Ага, здесь у нас получает уровень. А здесь тоже принцесса огнеедов. Ну, собираем с тобой, естественно, ресурсы. Давай-ка на сборы, на сборы. Нам нужна древесина. Так, а что у нас без зубик? А, ну да, конечно же. Так, мы его поставили. Пускай он там влупляется. Пуск открыть. Ну, этот дракончик у нас, по-моему, есть. Ну, конечно же. Это Тайфумеранг. Мы его отпустим с тобой. 60 тысяч рыбки он даст нам. Пускай летит. Прогуливается. Так, слушай, если мы с тобой открыли легендарного дракона, то кто следующий будет? Скорее всего, вот этот. Требования: викинги на Олхе 160, зеленая смерть на Олхе и выполнить обмен вечно крыла. Так, обмен. Выбрать: лесожог дикарь или древоруб дикарь. А приближается событие через 7 часов 49 минут. Так, смотри, что нужно для него, ребят. Либо 29 тысяч рун, даже я бы сказал почти 30. Или же, ё-моё, сколько тут ресурсов надо, а? Ты посмотри, вот эти вот колокольчики, да, 5 штук. Ну, лопатки, ладно, мы с тобой найдем. Четки тоже найдем. Ножны, я надеюсь, тоже найдем. Мясо. В принципе, здесь все находится. Вот не знаю, правда, где мы будем с тобой искать вот эти вот колокольчики. Остальное можно найти, но очень будем долго с тобой искать. Но, тем не менее, вечно крыл нам тоже нужен будет. А вот что нам требуется для обмена. Так, древоруб дикарь. А где я возьму вот эту рыбу, ты извини меня. Слушай, ну мы не знаем, что нам найдет зеленая смерть. Я же отправил на поиски, да? 8 часов он будет рыскать. Наверное, что-нибудь полезное. Можем ускорить. Но это, опять же, ребят, за рекламу. И тем более, там всего лишь по 20 минут. Мы запаримся с тобой. Так, давай-ка мы посмотрим, что у нас тут выполнено. Получить. Тоже с тобой получаем. А дальше мы переходим на обмен. Конечно же, блестящий янтарь. Ребят, как же без него? Никуда. И делаем с тобой... Подожди-ка, мы можем... Нет, не можем мы улучшить. Мы можем поставить просто на улучшение. Точнее, на улучшение тусклого янтаря на блестящий. Так, беззубик, может быть, тебя куда-то отправить, если мы, например, посмотрим. Кстати, подожди, подожди секунду. У нас же есть с тобой определенные задания. Например, вот. Поищите крылатого ужаса на дрожащих берегах. Да, надо его, наверное, туда и отправить. 6 часов на поиски. Не кисло. Ну давай, 60 рун на 3 сумки. Фиг с ним. Пускай ищет. Так, что у нас тут? Ребята, у нас есть события, которые я еще не завершил. А здесь я заберу, пожалуй, рыбу. Угу, только куда? Так, викинги. Для обмена доступен дракон Древлень. Не пропустите возможность его получить. Что еще за Древлень? Где этот Древлень? Я не вижу его. Главное, не упустить такую возможность. А, вот он.
Ну и как? Мы его только можем искать, ребята. Никакого обмена здесь нету. Обманывают меня, а? Вот смотри, что мы с тобой можем. Даже вот нам нужна лопатка, да? Нам нужны вот эти четкие, нам нужно вот это мясо. В принципе, это все можно уже как бы приобрести хотя бы по одной вещичке. Но также я тебе скажу, что это можно все и искать. Правда, это долго. Надеюсь, у нас будет с тобой возможность найти рун и как можно больше. Так, водорез, беги на поиски. Громоль тоже пойдет искать. Так, ты у меня иди, наверное. Хотя, знаешь что, мы, наверное, прокачаем его. Расширить академию. У меня уже кто-то там... Ага, тренируются. Тут 10 минут осталось, а тут час 25. Ну что ж, подождем. Спешить мне абсолютно некуда. Сегодня еще будет арена у нас, об этом не стоит забывать. Так, 1000 стрел. Обучить. Да, друзья мои, он очень круто сокращает время обучения. Очень круто, это зеленая смерть, так что классно все. Я, правда, хотел здесь немножко зачистку сделать. Убрать вот эти вот... Так, 300 рыбы. Давай вот это все уберем. Ага, лесопилочку я себе прокачал. Отлично. Так, вот это я могу... Блин. Камни. 500 древесины. Нет, я на это не согласен, это слишком дорого. Что-то у меня там жутик. 3000 древесины, мало. А здесь нужно 1 750 000 древесины, чтобы улучшить рыбацкую хижину. Точнее, даже не улучшить, а открыть ее. Ладно, тоже потерпим. Это нам, как говорится, не к спеху. Что еще мы можем с тобой сейчас сделать в данный момент? События. Конечно, пойдем в события и посмотрим. Так, что-то я не допрошел. Где-то у меня закончилась энергия. Давай глянем вначале здесь. Ага, тут остался один бой. Ну, этот, ребята, бой будет, наверное, нешуточный. И я даже сомневаюсь, что я здесь смогу пройти. 100% какой-то будет легендарный дракон, которого я фиг смогу победить. Волны здесь всего лишь две. Хм. Так, ну что, злобный змеевик здесь у нас. С кого тут начать только, я вот даже не знаю. Давай, наверное, с этого. Большая, наверное, ошибка, конечно. Ох ты, неплохо ты бьешь его, неплохо. Ай-яй-яй. Ну-ка, да как ты. Господи, ну это, ребят, разве может быть, а? Справедливостью. Он просто два раза промахнулся. Что он там сделал, хил, что ли, себе? Так, ну мы можем тогда тоже хилнуться с тобой, да? Конечно, можем. Е-е-е, уничтожили его. Так, ну что. Значит, змеевики злобные, ты посмотри, что творят. Начнем с маленького, наверное, да? Начнем с маленького. Тут, я думаю, нам лучше хильнуться с тобой. Пережить, так сказать. Этот момент. Видишь, пониженная атака. Ух ты, что творит. У меня с тобой груша есть, да? И возможность сделать ульту. Как же ты промахиваешься? Ну, вот что вот с этим делать? Я не знаю, друзья мои. Я буду хиляться все-таки. Я буду все-таки хиляться. Мне нужно еще будет с тобой одну волну прожить. И я больше уверен, что там будет очень мощный дракон. Ну. Ну вот, наконец-то. Наконец-то мы с тобой победили. Так, что он сейчас будет? У него, не забывай, ребята, усиленная сейчас атака. Плюс... Ой-ой-ой, я не знаю даже, что мне лучше сделать. Естественно, если я буду в сон его вгонять, то следующий удар его, соответственно, пробудет. Наверное, тут придется нам с тобой хильнуться. Я думаю, что это будет правильный вариант. Лишь бы не уничтожил мне сардельку. Вот этого я и боялся. Ну-ка. Слушай, живем. Мы с тобой еще живем. Как ты видишь, ничего у него не получилось, и мы добиваем. А вот теперь самое интересное. Твою ж налево, это что такое? Тихо, ребята. Мамочки мои, давай с этого, наверное, начнем, да? Я не знаю, что он делает. Но бомбит он. Ай-яй-яй-яй, сейчас, наверное. Слушай, а если мы их загоним в сон? В плане уничтожили. Они уничтожили мне сардельку.
Интересно, мы сможем справиться ли вдвоем против троих? Вот это меня сейчас интересует вопрос. Ну, например, этого мы уничтожим. Тройной удар. Тройной удар. Блин, я вот боюсь вот суператаки вот у этого дракона. Я даже не представляю, что там за суператака будет. Но мне кажется, она будет очень мощная. Смотри, что делает. Отравит. На тебе. Так, добить сможем его? Ну, добей, пожалуйста, критани. Есть. Кританул, ребята. Так, смотрим, что он сейчас будет. Ух. Ну, в сон. Ну, нет смысла, ребята, в сон его вгонять. Мы лучше с тобой сделаем так, хильнемся. И потихоньку, блин. Очень сильно бомбит. Ребят, я, наверное, испытаю. Ой, испытаю. Использую грушу. Да иди ты в пень. Какое нафиг уклонение? Вы издеваетесь сейчас надо мной, да? Так, ладно, это еще лояльно было. Блин. Ну что это за урон такой? Ничтожный. Если честно, это вообще ничтожный урон. Я боюсь, мы сейчас ему дадим возможность. О, спасибо, что-то промахнулся. Очень. Кстати. Только половина здоровья я у него отнял. Понимаешь, только лишь. Блин, он хорошо наносит атаку, ну, слабенькую для меня. Так, ну что ты там придумаешь? Окей. Пока терпим, друзья мои, пока терпим. Это последний бой, еще раз вам напоминаю. Слушай, а если мы ускоримся, чтобы побыстрее атаки наносить. Ты посмотри, что я сделал. Замедление и пониженную атаку. Тогда я еще на него отравление повешу. Пускай понемножку будет травиться. Да муж хорош уже, а? Блин, уклонение. Бьем его. Пока все нормально. Ребят, пока все идет хорошо. Мы с ним справимся, это я вам точно говорю. Туго, конечно, все это дело шло, но главное результат. И мы с тобой получаем, мало того, что сейчас колесо крутанем, да? Так еще и напиток получим. Ну давай крутить, посмотрим. Ну, тут, как обычно, ребята, ресурсы мне выпадают в основном. Наверное, вот древесина, да? Окей. Кстати, она мне сейчас очень нужна. Именно древесина. Так, ну что же, забираем с тобой напиток. Да? Неплохо. Только постарайся в следующий раз поберечь их драконов, хорошо? Это вам в награду за усилия. Якног 500. Слушай, у меня уже якнога, наверное, очень много. Ну-ка, дай-ка я кое-что гляну. Что я смогу приобрести? 2650. 2650. Так, хорошо. 1000 стрел мы с тобой покупали, да, в прошлый раз. Значит, ближайшее, что нам с тобой будет доступно, это снежно-шапочник. Но здесь нужно 3000 напитка. То есть нам, грубо говоря, еще 350 нужно где-то получить. В принципе, это возможно и реально. Нужно только подождать. Ну вот, наконец-то камера у нас с тобой вернулась в прежнее состояние. Слушай, подожди-ка, а если мы с тобой открыли еще одну дополнительную, как она называется-то? Рыбацкую хижину. По идее, они же должны... Ну да, они должны здесь больше, как говорится, добывать рыбы. Ну, проверим сейчас с тобой. Так, тихо. Жуть, уникальная. Всего лишь 5 минут будет обучаться. Что ж такое, там все занято у меня в нашей академии. Так, ты у нас... Что-то вообще молчит как-то. Втихаря. Покормить. Давай покормим. Покормили. Ну, отправлять за древесиной, я думаю, что не стоит. Где у меня все драконы-то, елки-палки? Они есть, но они добывают почему-то очень мало ресурсов для меня. Опа. Так, неплохо. Мы с тобой тут расчистили место, кстати. Требование для улучшения нужно 375 викингов. Улучшить. Ага, 375 викингов нужно все равно. Так, смотри-ка, неплохо он древесину за 8 минут... А, нет, это 32 тысячи в час он добывает. Этот 37, ну тоже в час, короче. Пускай летят все. Да и ты тоже лети. Так, а ты у меня быстренько за рыбой смотался. И ты
И ты тоже, наверное. Ну, кипятильник еще слишком маленький, да? Что-либо делать. Пускай стоит тогда. Интересно, что нам нужно, чтобы вот здесь вот построить мост? Не знаю пока. Ну что, вроде бы всех, как говорится, отправил по делам. Все работают, все заняты. А мы с тобой, наверное, отправимся на арену сейчас. Так, 7 драконов до 42 уровня нужно прокачать. Ага, нам не хватает немножечко, чтобы я построил коттедж викингов. Ну, я думаю, что, наверное, на арене мы с тобой как раз и добьем. Так, подожди-ка, что это тут у нас? А, обучение заканчивается. 5-4 секунд. Ну-ка, давай посмотрим. Ага. Вернулся все-таки, да? Тогда я, наверное, отправлю. Куда ты летишь? Нет, если мы будем отправлять, мы будем с тобой тратить древесину. Древесина мне пока нужна. Так что поехали с тобой на арену. Так, ну что, друзья мои. Барс и вепрь, да, у меня, короче, 2 фиола и зелень. Надо, наверное, вернуть нам с тобой не громорога, а сардельку. Скорее всего. Ну что, посмотрим, как мы с тобой тут справимся с ними. Все будут уничтожать, конечно же, тройного удара. Видишь, уже понизили атаку ему. Сейчас будут потихоньку бомбашить. Но мы с тобой тоже не будем им уступать. Я не намерен, по крайней мере. Ох, ты как вжарил. Так, ну что, минус кревет. Это уже радует. Теперь, наверное, займемся пристоголовым, да? Злобный змеевик меня не столько пугает, сколько вот этот охламон. Так, нет. При пониженной атаке лучше, ребята, бомбить обычными ударами. А когда он восстановится, естественно, бомбануть. Я думаю, что нам же этого не понадобится. Давай влупим. Как говорится, заморозим их, пускай поспят чуть-чуть. Они вообще уничтожатся. Ну что, змеевик, пришла пора тебя разобрать. Ай-яй-яй, не сдается. Ну что, добьем? Отлично. Прекрасно, друзья мои. Сейчас мы еще с тобой получим пак. А вот какой? Глянем. Ну-ка покажи, обычный. Плохо. Так, ребят, поехали дальше. Нам нужно еще 7 драконов одолеть, чтобы получить первый пак вождя. Здесь солянка, но здесь есть красный. Это не очень хорошо. И это у нас красный костолом. Ну что же, поехали. Блин, тут и древоруб, если честно, тоже, кстати, очень... Да ладно, начинается, что ли, опять? Опять 25, короче, а? Давай, поехали. Так, попадаем. Так, сейчас 2 раза ходит он. Блин, да хорош, вы хотите его уничтожить? Они, видимо, хотят, но пока... Ничего у них не получится. Хотя, подожди секунду. Престиголовый боится огненных атак. Вот что я заметил. Добиваем. Сейчас ходит змеевик, потом костолом, потом ходим мы. Угу, я так и думал. Ну что, поехали. Делаем с собой суперудар. И начнем, наверное, вот с этого. Со змеевика. Смотри, что делает, а? На тебе. Сейчас будет кого-то кусать. Угу. Добиваем. Так, ребята, он сейчас будет делать какой-то суперудар, 100%. Либо оглушать. Ах, вот ты что делаешь. Короче, ребята, он повесил немоту на нас и понизил нам защиту. Причем всем драконам. Слушай, я думаю, что это его уже не спасет, да? На тебе. Прекрасно, прекрасно. Еще 3 дракончика, как говорится, в копилочку, да, у нас побежденных. Обычный пак. Ну и мы продолжаем. Давай-ка, наверное, один с тобой пак активируем сразу на открытии. 3 часа он будет открываться. Так, а нам дали с тобой 2 зеленых. Да, с зелеными, конечно, ребят, тяжело-то справиться, потому что они как бы идут как защитники. Поэтому начнем, наверное,
С пристоголового, я думаю. Да, именно с него. С этими потом чуть попозже разберемся. Тем более тут лаварык, он не особо страшный. А вот этот, да, этот Гаврюша может нам тут с тобой навредить. Так, лаврык, успокойся. Так, нам нужно с тобой вот этого добить. Блин, что же он вытворяет? Тройной удар практически погиб у нас. Я могу сделать вот так вот. Это оптимальный вариант для нас. Хильнуться. Так, друзья мои, что-то нам здесь сулит плохое. Посмотри, у него полностью забита энергия. И он что-то предпримет, скорее всего, какой-нибудь супер удар. А какой именно? Посмотрим. Вот он. Сделал свою гадость все-таки, а? Все-таки сделал. Так, хочет подбить мне, да? Он прям грезит уничтожить мне тройного удара. А мы с тобой вот так вот сделаем. Заморозку. На самом деле меня это нисколечко не спасет. Нисколечко. Все равно уничтожат они мне. Да, уничтожат. Ну, а мы тогда с тобой его тоже добьем. Даже сделаем это вот так, чтобы было красиво. Я надеюсь, ты не промахнешься, а? Шикарно. Ну, а лаварык сам по себе нам ничего не сделает. Он будет там вешать броню, может хильнуться. Но это все бесполезно, поверь мне. Вот тебе и результат. Ну что ж, друзья мои, отлично. Победа, как я и ожидал. Так, и опять же обычный пак. Ну что, остается нам победить с тобой одного дракончика. Я думаю, никаких проблем у нас не будет с этим. Хотел, кстати, я взять вместо тройного удара сардельку. Надо будет в следующем бою так и сделать. Куда музыка опять исчезла, а? Скажи-ка мне на милость. Музыка опять исчезла, ни с того ни с сего. Ладно, ничего страшного. Нам нужно в любом случае просто... Ух ты! Какой он все-таки, ребята, мощный, а? Именно по атаке. Он еще усилил себе атаку. Ты понимаешь? Зато пониженная броня. Ты хорош. Они хотят меня уничтожить, что ли? Ветрокрыло? Я не понял. Что? Это что сейчас было? Давай-ка вот так сделаем. Слушай, блин, по-моему, мы с тобой проиграли эту схватку. Но... Нам нужно было что сделать с тобой? Уничтожить одного дракона. Мы это сделали? Сделали. Так что, в принципе, пак вождя уже в кармане у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Я ничего не могу сделать, потому что, ребята, на мне висит немота. То есть я суперудар не могу сделать. Естественно, он уничтожает. Знает, кого бить. Пройдоха несчастный. Ну все, тут нам не вытянуть, друзья мои. У пристеголового, да, у нашего вот этого барса Егетля нет никакого суперудара мощного. У него просто есть ускорение. Ладно, ничего страшного. Ну что же, вот и пак вождя. Давай-ка мы его откроем с тобой. Костолом, древоруб, угу, громобой защитник, громоль защитник, кревет Дагура. Ну что, прекрасно. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой заберем пока награды здесь. Ага, 10 рун. Примите участие. Так, обучить трех драконов. Кстати, нам нужен с тобой напиток же вот этот, да? Нужен. Древесину получить. И рыбу. Древесину мы сейчас с тобой выбьем, 100%. Обучить дракона одного нужно, да? Использовать ускорение. Так, а вот по обороне улуха мы пока с тобой сделать не сможем, потому что беззубик у нас отправлен на поиски, да? 11 тысяч, неплохо так, древесинку добываем. 8 тысяч, 4 тысячи, 6 тысяч рыбы. Кто еще тут у нас? Ага. 4 тысячи, 6 тысяч, 4. Так, быстренько, быстренько, быстренько на поиски. Нечего здесь прохлаждаться. Так, добывайте. Молодцы, красавцы. Так, жутик. Быстрый. Ага, нужно улучшить лесопилку. Понял. А ты как насчет рыбки? Молодец, полетел. Так, здесь у нас кто? Яки, да, эти? Ферма яков.
Уровень первый. А что, мы можем потом и уровень повышать им? Блин, если бы у нас здесь был мост, смотри, какая территория, а? Обширная. Можно было бы не кисло там ресурсов подобывать, да? А вот здесь у меня строится, друзья мои, мост. И, как ты видишь, один день будет оно лепиться. Потом мы с тобой заполним вот эту вот территорию. Ну, вначале мы ее зачистим от леса, да, от камней. И будем здесь расстраиваться. Ну что, а нам с тобой нужно добыть второй пак вождя. Блин, подожди. Твою же налево, хотел же поменять на этого. На сардельку. И опять поспешил. Так, громорог, значит, да? С него начнем первого. Да, с него. Так, тройной удар тут пыхтит. Офигеть, он вжарил. На тебе в ответку. Чуть-чуть не добили, а? Совсем капельку. Но я думаю, что победа здесь будет за нами. Что он там пыхтит? Эх, жалко, конечно, тратить, ну ладно. Что он сейчас, добьет все-таки, да, мне? Конечно, добьет. Но нам нужно с тобой его уничтожать как можно быстрее. Лаврык, успокойся. Ну-ка, раз, два. Отравить бы его как следует, да? Чтобы он постепенно терял... Что? Вот как он так делает, а? Тогда в сон. Тогда обязательно, ребята, их в сон загоняем. Добить сможешь? Надеюсь. Ну, кто бы мог сомневаться в этом, а? Давай, добей его. Все. Ну, а лаварыга мы с тобой, естественно, сейчас уничтожим. Пока он там поспит у нас, мы его будем уничтожать. Что он может сделать? Ну, как обычно, повесить на себе защиту или хильнуться. Но только вряд ли это ему поможет. Против двоих драконов одному не справится. Это только может сарделька сделать, если поставит отражение. И то, если фартанет. Ну, нам в данный момент фартит. И мы с тобой что получим-то? Древесину или рыбу? Древесина. Вот она-то мне и нужна. Ну что, друзья мои, нам нужно еще 7 драконов победить. 7 драконов — это, грубо говоря, 3 схватки, 3 битвы. Так, нам дали 2 синих, 1 красный. Блин, и красный — это кревет. И громорог здесь, ё-моё. Начнем, наверное, все-таки с кревета. Громорог, конечно, их может пробафать всех, но если кревет вжарит, это будет хуже. Отлично, пускай лучше он тратит энергию, ребята. Пускай он тратит энергию, для нас это только в плюс. Так, что он там сейчас будет делать? Ага, всем хочет понизить атаку, я понял тебя, парень. Я тебя понял. Минус кревет, все, ребята, теперь беремся за громорога. Что-то там. Угу. Сам громорог по атаке вообще ни о чем, ребята. А тя-тя, ускорение. Вот это плохо. Вот это на самом деле плохо. Сейчас они тут будут. В плане, блин. Вы издеваетесь? Неужели сейчас еще ты промахнешься, а? Своим суперударом? Нет. Все отлично, друзья. Оу, сейчас будет баф, да? Хм. Значит, этот будет что-то делать. Странно как-то. У них полная шкала энергии, и они ничего не стали делать. Это большая ошибка с их стороны. Потому что мы их сейчас просто уничтожим. Вот и все. Ну вот, последний удар. И победушка за нами. Надеюсь, мне дадут древесину. Ну-ка посмотрим. Отлично. Ну что, я собирался поменять тройной удар на сардельку. Эх, жалко, не могу улучшить, а? Вот так вот я сделаю. То есть у меня будет солянка тоже. Что у нас здесь? Ну-ка глянем. Ага, 30 напитка мы с тобой получили. И як много. И продолжаем нашу битву, друзья мои. Так, подожди, никакая, ребят, не солянка у нас получается. У нас 2 зеленых. Хм. 2 зеленых. Так, опять тут, да? Кревет.
Ладно, будем бомбить его. Ты смотри, что делает, а? Как он кусается-то больно, а? Именно по зеленым он наносит офигенный урон. Ну, понятное дело, красные, да, они на то и красные, чтобы наносить зелени универсальный урон. Я на самом деле думал, что он сейчас пробафает всю команду. Но он почему-то этого не стал делать. Вот смотри, лаварык, сейчас опять кревет, и сардельки моей уже не будет здесь, да? Нет, еще живем. Че такой урон-то? А, пониженная атака. Пониженная, друзья мои, была атака. Я, наверное, сделаю, знаешь что? Нет, это глупо будет. Это будет глупо. Лучше мы вот так с тобой сделаем. Да, мы так двух зайцев одним ударом. Даже трех зайцев. Так, ну что же. Надо брать вот громорога именно, ребят, на раскрутку. Уничтожит, конечно, он мне, скорее всего, сардельку сейчас. Ах, ты вот так даже делаешь. Слушай, парень. Я, на самом деле, не ожидал, что ты так будешь поступать. Тогда, слушай, тебе, наверное, хана. Есть контакт. Ну что, лаварык, здесь-то ты, конечно, ничего сделать нам уже не сможешь. Абсолютно. Мы будем, конечно, тебя тут до посинения разбирать. Но мы тебя разберем. Ты один здесь ничего не сделаешь против нашей команды. Я буду потихоньку лечиться, да? А мои другие будут потихоньку тебя просто уничтожать. Можно будет даже его отравить чуть-чуть. Я даже вот так сделаю. Усиленную атаку, чтобы как можно больше наносить ему урона. Плюс защита. Все, ребят, крышка ему, короче. Вот. Еще и в сон загоним его. Ну, я делаю это не ради сна, а, соответственно, ради урона. Вот и все. Его песенка была спета. Ну вот и время финальной битвы. Остается нам с тобой победить одного дракона. Ох ты, два красных и синька против моих зеленых, это, конечно, ребят, трындец. Тем более 12 уровня. Сейчас у меня полетят куски по закоулочкам. Это я тебе точно говорю. Они уничтожат нас. Но мне нужно одного дракона победить. Всего лишь одного, и все. Большего... Да ё-моё, ну он еще и промахивается. Большего я не ожидаю ничего. Надеюсь, мы с тобой завалим этого, да? Бу-бух. Естественно. У них у всех есть драконы, которые дают мне понижение атаки. И именно на него знает, да, что делать. Так, давай-ка мы их с тобой в сон загоним. Пускай немножко поспят. Я этого все равно разберу, чего бы то ни стоило. Красиво. Так, ну что, наверное, займемся с тобой злобным змеевиком. Можно, конечно, подлечить маленько. Давай-ка, наверное, подлечим чуть-чуть. Он сейчас что там сделает? Ускорение. Ну и ладно. Зато энергию потратил. Так, этот пока спит. Вау. Слушай, а возможно, мы с тобой даже здесь и пройдем. Красный, конечно, будет сейчас сильно бомбить. Упс. Так, понизил защиту. Но зато не атаку. Фиг с ним, как говорится. Что-то я не смотрю, не вижу, ребят, чтобы на нем работало офигенно это ускорение. Вообще на изи разобрали. Я такого не ожидал. А вот и наш пак. Давай-ка посмотрим. Кревет. Громобой защитник. Злобный змеевик. И погибель Хоферсона. Все получается, да? Что могли, то сделали. Так, ресурсов у нас с тобой хватает. А что я хотел сделать? Что-то я хотел прокачать. А, нет, я хотел не прокачать, друзья мои. Я хотел построить коттедж викингов, который нам дает 50 викингов в плюсе. Так, не хватает места, да? Убрать, говорят, какого-нибудь дракона. Ну, давай уберем с тобой кипятильника в ангар. Так. А теперь поставим эту избушку. Можем перевернуть, вот так ее сделать. Все, ребята. Ну, это будет стоить нам 20 часов постройки. 20 часов, обалдеть. Так, ты давай лети за рыбой. Полетел.
Ну, вроде бы как на сегодня все. Хотя нет, ребята, подожди-ка, все. У нас с тобой еще вот здесь вот драконий корень угроза. Здесь вряд ли, ребята, я что-то смогу сделать, потому что я предыдущие задания еле-еле прошел. А тут и подавно, наверное, не получится. Ну, хотя посмотрим, тут три волны, блин, 10-11 уровень. Конечно, будет сложно с ними драться здесь. Причем драконы еще такие, блин, топовые, так скажем. Сейчас три раза сходит он. От моей армии нифига не останется, как обычно, да? Нам с тобой не подхилиться. Твою ж налево. Этот еще душитель бомбит, как не знаю кто. На. Так, сейчас кого-то укусит. Понял. Ну, пошло, поехало, короче, ребят. Вечные промашки, короче, да? Ну что, сделаем, наверное, так. Другого варианта пока я не вижу. С критом. Это хорошо, кстати. Ать. Блин, я бы с удовольствием, конечно, хильнулся бы. Хильнулся бы, ё-моё. Все, ребят, сейчас... А, ну он укусит. Ну и что? Ну если я даже так сделаю... Не знаю, ребят. Другого варианта я не вижу. Еще и промахнулись. Ну все, тут понятно. Не смогу я победить. Мы промахиваемся, я не знаю по какой причине. Может быть из-за того, что у нас уровень с тобой маленький. Но я бы не сказал, что он маленький, извини меня. 10, 9, 12. Какой же он маленький. Но тем не менее, как ты видишь, трындец. Такой урон, причем красный получил такой же урон, как и зеленый. Хотя, не, ребят, не выйдет, к сожалению, ничего здесь у меня. Разбирает просто на изи. Эх, как же я мечтаю, ребята, чтобы они у меня были уровня 20 здесь. Ну, все равно, рано или поздно я отомщу им всем. О, тут глыба. Не, ребят, тут и громорог. Вот здесь вот вообще нет шансов. Они бы просто меня станили один за другим. И еще под бафом громорога полный разлет был бы. Хотя, на самом деле, бы, конечно, хотелось бы мне получить вот этот пак арендовский. 5. Пятой, как, пятой арены. Но это вот здесь надо пройти. А вот тут я вообще молчу, там какой будет босера. Так, сколько там еще будет длиться? Длится это событие, сейчас посмотрим. 2 дня. Блин, вот я жалею о том, что у нас, ребята, нету возможности сделаться драконным наездником. Мы бы с тобой вот такие вот плюшки бы получали бы. И я думаю, что все было бы хорошо. А, ребят, пишите в комментах, хотите ли вы, чтобы я перешел в драконьи наездники. Чтобы нам все здесь сделать по топчику. И, соответственно, быстрее. Или будем так. Как говорится, потихонечку развиваться. Я тебе скажу одно, чтобы вступить в драконьи наездники, нужно, ребята, 690 рублей вложить. Грубо говоря, тыщенку, да? Грубо говоря. Ну что, вроде бы пока и все. На сегодня мы сделали, что могли. Я, конечно, очень рад, что у нас появилась зеленая смерть, которая дает нам ускоренное обучение наших драконов. Плюс она еще занимается каким-то поиском. Это мы уже с тобой посмотрим в следующей серии, что он нам принесет. Ну, а на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. И, кстати, всех, друзья мои, с наступающим Новым годом. Счастья вам, здоровья, ну и, соответственно, хорошего настроения. Пока-пока.